Славянка приступила к разработке новой школьной формы. Акцент модельеры делают на капсульный гардероб. Это сокращает время на подбор образа, плюс такие луки менее затратные. Сейчас над изделиями швеи трудятся в экспериментальном цеху. К сезону здесь выпустят больше 40 тысяч единиц. Сшивают в основном всегда школьную форму. 33 человека, 80% девочек – это уже со стажем работы 25 лет, а то и больше. Поэтому все работают профессионально, с большим опытом. Отшивают, конечно, все свои элементы качественно. В коллекцию «Осень-зима 2022-2023» войдет около 50 новых моделей. Бомберы, брюки палаццо, кюлоты, юбки в клетку и блузы с рюшами. Производитель уверен, хитом продаж станет джемпер с рубашечным воротником. Особенность – практичность и удобная посадка. Форма выдерживает даже шпагат. Трендовые элементы от глобуса до ученой совы наносят при высокой температуре. Благодаря этой технике принт переживет не только детские игры, но и любую стирку. Сам процесс занимает не больше 30 секунд. Сырье «Славянка» использует отечественное, упор на внутренний рынок. Между тем, 70% изделий планируется отправить на экспорт. Белорусскую форму оценят российские учащиеся. Приобрести новую коллекцию вскоре можно будет в фирменном магазине, а также на школьных базарах, которые откроются в конце июля. Цены демократичные. Главное в нашей коллекции, что все изделия сочетаются друг с другом по модельному ряду, по выбору тканей, и вообще это общий стиль. Покупая несколько изделий, можно постоянно выглядеть по-разному. Предприятия концерна «Беллегпром» в этом году уже презентовали более 330 моделей школьной формы. Больше половины – новинки. Коллекцию «Славянки» отличают сдержанность и элегантность. Преобладают здесь классика и кэжуал. Основная идея и идеология, которую мы закладываем в нашу одежду – максимум отечественного, максимум натурального, абсолютное соответствие законодательству и санитарно-гигиеническим требованиям. Минобразование тем временем рассматривает вопрос о введении обязательно единой школьной формы. Не исключено, что она появится уже в 2023-м. Сейчас требование одно – официально-деловой стиль. Для мальчиков это пиджак, жилет, брюки, рубашка, плюс галстук или бабочка. Для девочек – жакет, юбка, блуза и сарафан. Смартфоном тоже не будет места на уроках. Для них оборудуют специальные боксы. Мобильные разрешат использовать только в учебных целях, например, при считывании QR-кодов. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.